Договор о сотрудничестве новому руководителю авиакомпании Air Berlin Хартмуту Медерну пришелся как нельзя кстати. Теперь у него будет больше времени на санацию предприятия, которое на протяжении последних 3 лет терпит убытки. Немецкая Air Berlin и арабская Этихад намерены выйти на рынок с предложением совместных полетов. Так Air Berlin сможет через аэропорт в Абу-Даби, являющийся главной базой авиакомпании Этихад, предложить клиентам дальние перелеты в Азию, Африку и Австралию. Это важнее. Важнейшее событие в истории воздухоплавания и в истории аэронавтики. Еще вчера в масштабах всей нашей сети сообщений в Германии мы были лишь небольшим предприятием. Сегодня же в сотрудничестве с Air Berlin мы значительно расширили свою сеть в Европе, так же, как это сделал Air Berlin в нашей части мира. Сотрудничество Этихад с Air Berlin – это вызов на бой могущественной Люфтганзе, которая до сих пор, благодаря своей обширной сети воздушных маршрутов, сконцентрировала у себя большую часть дорогостоящих дальних перелетов. Теперь же в лице партнеров Этихад и Air Berlin у Люфтганзы появился сильный конкурент.